Для того, чтобы себе самой самостоятельно научиться подбирать белье, ты должна понимать, что 80% веса груди должно приходиться на пояс. Сейчас ты пришла в белье, когда у тебя все висит, и грудь совершенно другой формы. Сейчас ты видишь красивую круглую грудь. Поэтому мы называем эти модели лифтингом груди без скальпеля хирурга. Потому что посмотри, какая круглая, красивая грудь стала. Самое главное, посади косточку под субмамарную складку. Субмамарная складка – там, где крепится твоя грудь, грудной клетки. Косточка должна прилегать в межгрудном пространстве и уходить под мышечную впадину. У тебя большая, мягкая, потерявшая тонус грудь после грудного вскармливания. Один из сложных случаев. Плюс сюда усиливается проблема в том, что безумно узенькая спинка, 60-й объем бюстгальтера, тебе хорош, но тут прям напрашивается 55-й. Но производителей в 55-м объеме практически невозможно найти. Всегда чувствуй свою спинку и не позволяй всей нагрузке вашей твоей груди уходить на плечи. Вся нагрузка должна приходиться на пояс. Для этого бретель должна держать максимум 20% твоей нагрузки. Здесь должно помещаться два пальчика. Не перетягивай, чтобы не в итоге с возрастом не получить впадины на плечах. Всегда застегивай бюстгальтер на последний крючок. Для этого у тебя будет возможность его перестегивать по мере изнашивания пояса и всего бюстгальтера. То есть мы таким образом удлиняем срок службы твоего бюстгальтера.